Следующий вопрос задает брат. Я очень непостоянен в молитве и чтении Библии. Понимаю, что это плохо. Меня не приучили к этому с детства, но я хотел бы исправить ситуацию. Но меня надолго не хватает. Что вы могли бы посоветовать мне, Александр Николаевич? А быть честным. Об этом так и сказать тем, кому ты доверяешь, пастору своему, друзьям. Не хватает силы быть всегда молящимся, даже перед сном. Помогите мне признаться пастору и искать. Ищущий находит. Посему всякий шаг должен быть прежде всего открытым тем, кому ты доверяешь. И Господь, если будешь смиряться и искать в ответах даже мудрых людей, обязательно пошлет тебе. Так поступая, переживешь вот это искушение. Благодарим. И я думаю, этот вопрос актуален для многих из нас. И он актуален на Украине, или в Украине, правильно, наверное, сказать по-русски. В Украине мы попросим Владимира Михайловича, чтобы он, может быть, дополнил этот вопрос, если есть такое, или просто сказал для нашей украинской аудитории на рідній мові. Ну, життя – це не прогулка. Ми сьогодні чули, це тяжка боротьба, і перемагає той, хто бореться. Я думаю, що цього достатньо. Прикладати зусилля, читати Слово Боже, воно саме не буде приходити. Боротися за наше щастя і за наше спасіння. Христос і цей, будучи в земному житті, молився і боровся. Так що успіхів!